Кто у нас сел на позицию центрального защитника у мадридской команды? После того, как поле покинул Луис Перейра. Пауло Сенсао? Да нет. А, Уйфалуша. Уйфалуша стал центральным теперь защитником, как я понимаю. Вот такая перестановка. Ушел он с позиции крайнего защитника. Удар поворотом. Гол. И что, этот мяч? Похоже, защита. Гол в раздевалку. Получите, распишитесь. Пенальти мы бьем, неважно. Но зато можем забивать с игры. Вот такой вот ответ басков. Они забивают гол на 45-й минуте. Такеро выводит гостей вперед. Но почему против него никто не играл? Вот, быть может, как раз и не хватило Луиса Перейры удаленного. Смотрим повторы. Подача. Думали, что офсайд. Видите, поднимают руки. Мадридцы, а офсайда нет. Его не фиксируют. Хорошая подача. В касание, удар. Здесь вратаря ни единого шанса. Такеро, по-моему, первый гол. Да, абсолютно верно. Это его первый гол в нынешнем сезоне. Все-таки забили баски. Посматривает на секундомер рефери встречи. Концовка первого тайма у нас была богата на события. Была окрашена в желтые и даже красные.